на нашей сцене народный ансамбль фольклорной песни «Промень». Всегда и передавать из поколения в поколение нашу великую победу! А кто знает эту песню, вы можете, конечно же, подпевать мне громко, аплодировать. Давайте веселиться, друзья! Да.
приблизились участники автопробега из Донбасса в Берлин. Автопробег стартовал 26 апреля в Макеевке. И вот буквально вчера экипажи этого автопробега вернулись вновь на Донбасс. Но вернулись они не с пустыми руками. Они привезли с собой огонь. Вечный огонь, который был зажжен в Берлине в Трептов-парке. И этот огонь был привезен на легендарном автомобиле «Победа» выпуска 1948 года. Дорогие друзья, я под ваши бурнейшие аплодисменты приглашаю на эту сцену участников экипажа этого легендарного автомобиля Сергея Пожидаева и Ярослава Бедиева. Мы сделали для вас. Это прошли по вашему боевому пути. Мы 26 апреля из города Макеевки на легендарной машине «Победа». А для вас это слово самое главное в вашей жизни. Победа над разрухой. Победа над гитлеровскими войсками. Победа над руинами. Это благодаря вам. Я живу сегодня. Живут мои дети. И так получилось, что та машина «Победа» из ваших молодых, юных лет была в Берлине. Я видел ваших однополчан, я видел ваших друзей, я видел ваших любимых, которые никогда больше в жизни не вернутся на родину. Они лежат на чужбине. Они навсегда остались там, во Львове, в Польше, в Берлине. А я здесь, я приехал, я вернулся для того, чтобы вам передать тот огонь, который в 45-м, 9 мая, зажгли вы. Я всегда считал, что 9 мая для меня лично и для вас началось 22 июня в 4.01 1941 года. Тогда вы начали делать 9 мая. Из вас обнять, поцеловать в сердце, в душу. Вы сделали... Я даже не могу сказать, что вы сделали для нас. Вы сделали жизнь, память. Ваши ребята-однополчане, которые лежат, молча, не вставая, передавали вам привет. Это на уровне генетики. Они не говорили вслух, они не могут этого сделать. Они не ходят больше, не улыбаются, не смеются. Они там, на чужбине. Они просто как-то душевно говорят в душу. Передай привет нашим из 9 мая 45 года. Я передаю вам, милые наши, привет из Берлина, от ваших мальчишек и девчонок, от ваших однополчан. Низкий вам поклон. Спасибо вам за победу. Спасибо, что я живу, что живут мои дети. Я вас всех никогда не забуду. Не забывайте, молодые люди, не забывайте поклониться низко у ноги каждому ветерану. Спасибо вам. С Днем Победы, милые мои. Вас, как когда-то, 68 лет назад, ждут фронтовые, законные, наркомовские 100 грамм и настоящая каша. Это для вас. Пожалуйста, вас приглашаем пройти в фойе культурно-досугового центра. Сегодня мы с любовью и признательностью чувствуем чествуем поколение победителей. Ваш подвиг, дорогие ветераны, это стойкость, любовь к Отечеству. Всегда будут жить для нас высоким нравственным ориентиром. Yeah.
нашим нащадкам. Ну и, конечно, самые лучшие песни для вас сегодня. Кировская «Отдыхаем». Радуемся великой победе, маэстро. Музыку! Мой малый симфонический оркестр, ваши аплодисменты! Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Нам песня строй и жить помогает, она как друг наш зовет и ведет. И девушек своих сегодня. Да? А что вы им подарили? Улыбку подарили, правда, да? Молодцы. Ну что, как настроение кировское? Гулять не работать, правильно, да? Дамы приглашают кавалеров!
Ваши аплодисменты танцующим. Я не встану. Ай, зале глаза будут сердцем глистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Ай, не знаю я и не грабил ли. Ай, не стрелял несчастных по телевизору. Внимание, внимание! Говорит Москва! Всем закрыть свои ротики! На ключики! Чик! Какие у вас классные дети! Можно я стану с ними поиграю? Ага, вам радость, да? А вы пойдете туда? Ага. Ладно. Давайте, девочки, вспомним песню из кинофильма «Кубанские казаки» «Ой, цветет калина». Давайте так споем, чтоб вся Донецкая область! Ой, цветет калина! Слышишь, да? Ай,
Не прокуришь, не пробьешь. Да. Продолжаем праздновать шикарный, самый главный, считай, праздник, День Победы. И следующий музыкальный подарок для вас, Кировская. Поехали! Так, дети, а давайте станем в кружочек. Давайте, давайте, я буду сегодня вашей нянькой. Жители Кировского!
честное слово, классно вам. Но сегодня большой праздник, и я думаю, что сегодня очень много мероприятий будет в вашем прекрасном городе. Мы наконец-то познакомились. Мы с удовольствием будем приезжать к вам на праздник. Звоните, пишите, Андрей, компания. Мы бродячие артисты, мы в дороге их загнём. И бургончик в поле чисто, это наш привычный дух. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. Гордик! Заслуженный деятель искусства Украины Геннадий Дубовский! Аплодируйте, пожалуйста! Аплодируйте! Руководитель музыкальной группы Станислав Гренадеров! О, застеснён! Дмитрий Жуков! Танцуйте вместе!
Ну что ж, по-моему, довольно неплохая картинка, отлично все получается. Вот, давайте поактивней. Так, я вижу, пируэты уже пошли. Как раз вот та школьная форма, эти два белых банта, два облака счастья, как называли мы эти головные уборы наших девчонок. Так. Ай, молодцы, ну а кто сидит, поддерживаю аплодисментами. Это самая крупная полька бабочка за всю историю города Кировская. Дорогие друзья, громче, громче, громче аплодисменты. Теперь дальше. Слушаем музыку, приготовились. И смотрим на наших танцоров, повторяем все за ними. Ай, молодцы, ай, глаз радуется, душа радуется. Дорогие друзья, мы выше ручки поддерживаем аплодисментами. Ай, молодцы, пошел поворот. Ай, красавцы! Так, бабушка Нина уже в пляс пошла, молодца! Молодец, бабушка! Расходимся все в центр! Поклончики назад! Молодцы-то какие! И еще разочек повторили! Такие вот караоны. Знаете, так и хочется сказать словами бессмертного Василия Твардовского. Только б слушали девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Но все, девчонка, хоть не мучай словом взгляда твоего. Ну позволь. На этот случай орден тоже ничего. Вот танцуешь на вечерке, и девчонка самый цвет. Поцелуй ее в щеку. Вот такой у нас ответ. Дорогие друзья, знаете, никогда бы День Победы не был бы полным, если бы не зазвучали эти ноты и начали бы звучать эти аккорды. Как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, город нам пропал. Этот праздник с седьмою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы.
дні і ночі, у партеновські пічки, і свита наша родина чий. Дні і ночі, бітву трудно любили, этот день ми приближали, як могли, этот день победы. Ворохом трава, это страсти, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, к родной земле. С праздником! С днем победы!